Друзья, всем привет! Сегодня в нашей команде рождается новая звездочка, точнее звезда. Сегодня 23 января, и в нашу команду пришел мужчина. Для нас это очень-очень-очень тоже значимо. Рауль, я тебя поздравляю. Спасибо. Уверена, ты принял правильное решение. Знаю, что ты не сразу, так скажем, поддержал жену, да, жена пришла первая в компанию. А скажи, пожалуйста, я думаю, что многим будет интересно, почему же все-таки твой выбор пал на компанию Армей, и что ты ожидаешь от этого проекта? Я даже скажу немножко так вот по-другому. Если бы даже где-то пару месяцев назад мне бы сказали, что я в 2019 году начну заниматься эффективным бизнесом, я бы просто не сказал, иди отсюда, бред какой-то несешь, но встретил вас. Ну, можно и так сказать. Да, но среди вас вы перевернули сознание именно отношение к своему бизнесу. Потому что это совершенно иная сторона. Потому что много возможностей по осуществлению своих целей. Результат, скорее всего, увидел, да? Да. И тут и результат, и ваша вот эта вот активность, ваша аура, особенно когда первый раз встретился. Потому что если бы Лена не говорила бы о вас, а просто бы работала, то я, наверное, бы и не послушала. Отлично, друзья, делаем вы бизнес в первую очередь отношений. Ну, а мы с Раулем составили план действий, есть четкие планы. Рауль готов к действиям, а значит, друзья, следите. И всем, конечно же, рекомендую задавать этому парню побольше вопросов и присоединяться в нашу дружную, успешную команду на топ-2. Ну, а для тех, кому будет интересно пообщаться с Раулем непосредственно, что я очень вам рекомендую, ниже под этим видео будут размещены его контакты. Живите, любите и творите. Всем удачи, всем успехов.